Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции для рука следующая. Боль в пищеводе, но с жжением. Это может наблюдаться как приступообразная боль. Это первое. Второе, это может быть во время еды употребления, а может возникать просто в середине дня или даже ночи. Вот представьте себе, человек не готов к этой боли, он примет ее с паникой. Сразу начнет паниковать, сразу вызовет скорую, сразу согнется от боли, начнет искать, откуда же боль. Болен, растут эти ножки. Хорошо, если будет дома обезболивающее, примет. Ну, а если не знает, то послушайте данную информацию, которая поможет все-таки вам где-то приоткрыть тайну наших заболеваний, которые формируются внутри нас. Но мы, люди, не обращаем внимания. Помните, согласно восточной медицине, болезнь формируется сначала на тонком энергетическом уровне, а уж потом проявляется на нашем физическом теле. В данном случае боль в пищеводе жжение может проявляться из-за того, что данный меридиан либо воспален, либо слабый. Диагностика 12 меридианов нам может именно показать. Почему именно диагностика 12 меридианов? Акцентируем всегда внимание, прямо упрекаем людей, либо прямо заставляем делать диагностику. Уважаемые зрители, мы не заставляем никого делать диагностику, но все 12 энергоинформационных меридианов, которые текут в вашем теле и моем, они контролируют желудочно-кишечный тракт. А боли в пищеводе, либо заболевания пищевода относятся к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Заболевание пищевода может быть обусловлено либо воспаленностью всеми 12 меридианами, либо слабостью, вялостью. Это может определить диагностика. Либо воспаленностью, слабостью, вялостями внутренних меридианов, которые только, скажем так, 2-3. Ну, допустим, вот меридиан печени может что? Повлиять на воспаление, либо боли в пищеводе, жжение. Либо меридиан почек слабый, вялый. Это также может отражаться на состоянии пищевода. И таких меридианов 12. Я назвал всего лишь только 2. Также следует учитывать общий энергетический баланс. Западные медики говорят, что чаще боли в пищеводе – это стрессовая ситуация, это неправильный рацион питания, это неправильный образ жизни, здесь я вот согласен, неправильный образ жизни. Вот это повышенная или пониженная кислотность желудка, которая может приводить с различными болями, жжениями в пищеводе. Чем нам может помочь акупунктура? Прежде всего, акупунктурные точки с легкостью помогают при различных болях в пищеводе. С легкостью, если вы знаете какие-то точки. Одна из этих точек, P11 Шаушан, находится в очень простом, удобном массажном месте, где вы сразу же, взяв спичку в руки, можете простимулировать данную точку и что? Побороть данную боль в пищеводе. Но это на первом этапе. На втором этапе все-таки необходимо что? Провести диагностику 12 меридианов и увидеть, в каком состоянии ваш тонкий энергетический мир, который контролирует физически. И данная информация вам в помощь. Наведете порядок, и боли в пищеводе никогда не потревожат вас. Спасибо за внимание.